У малых ГЭС сегодня большая и очень значимая роль. Закреплена она в адресных документах. Реализация масштабных задач уже начата. Как обстоят дела на каскаде малых ГЭС на Большом Ферганском канале? В частности, на объекте в Уч-Курганском районе, в репортаже нашего корреспондента. Уч-Курганский является промышленным районом области благодаря тому, что каналы Шамоли Фарона и Катандыджон протекают через село Гулистон. Здесь формировались благоприятные условия для строительства малых ГЭС. Выполнение одного из заказов акционерного общества «Узбек Гидроэнерго» выполняет подрядчик строительно-монтажная унитарная компания «Туполон HPD Holding». Сюда привлечены квалифицированные специалисты. Задействовано более 50 единиц спецтехники. Проектная стоимость объекта 105 миллиардов сумов. Оборудование и технологии на 7 миллионов долларов завезено из Китая. В качестве зарубежных инвестиций сама же малая гидроэлектростанция имеет две станции. Сейчас ускоренными темпами ведутся строительно-монтажные работы на территории 4,5 километра. Процесс, начатый в июле 2017 года, запланировано завершить в этом году. До сегодняшнего дня выполнена работа на сумму 84 миллиарда сумов. Основная часть сооружения уже построена. Сейчас устанавливаются оборудование, ведутся электромонтажные работы, а также закрываем кровлю и работаем над фасадной частью. Установили вспомогательное оборудование. Начали подготовку к установке основных турбин. Для ведения монтажа турбин установили 50-тонный мостовой кран. Сейчас уже завершено строительство искусственного канала протяженностью 1650 метров, через который вода будет поступать в первую ГЭС. Готов мост, возведенный над ним. Установлены водозаборы, окончены и строительно-монтажные работы канала длиной 2340 метров, подающего воду на вторую ГЭС и электросетей мощностью 110 киловатт. Теперь дело за малым – подключить ее к подстанции «Кызылровод». Две станции мощностью 12 мегаватт в год будут производить 72,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии. После того, как малая гидроэлектростанция выйдет на проектные мощности, улучшится обеспечение электроэнергии Уч-Курганского района и населенных пунктов, а также предприятий прилегающих территорий, а ее запуск создаст 32 новых рабочих места.